Сегодня мы проведем уникальный эксперимент. Как можно довести сачок? Сворочишь. Полина, а вон собачки, смотри, в своем учреждении. Из Крыма все везут сачки. А способы дешевые, продукт. Полин, продукт. Скажи, пожалуйста, чем был обоснован выбор такого цвета? Какой, не знаю, бабушка. Ну что, вот здесь красный, как у мальчика? Не знаю. Там был оранжевый и желтый. Может, сделаем обзор сачков? Может. Эксперимент по провозке сачка проходит успешно. Сказали, что его можно взять на борт самолета. А мы-то думали, он поедет у нас в багажу. Хорошая новость. Пошли. Друзья, идем осваивать новый какой-то автомат. Ага, я узнаю. А, это все на разных фигурах. Полин, ты что будешь брать? Нажимай, Полин, купить. Сюда надо ставить денежку. Давай. Сколько рублей? 150. Пятьдесят, ставлю. Лизунчики есть, прилипалки есть, есть жвачка для рук. Ставлю следующий. Теперь смотрите, вы нажимаете вот сюда. Вот розовенькая и синенькая вот нарисована. О, крепыш попался. Крепыш? Сейчас, я хочу пойти. Я распакую, вам покажу. Сейчас мы придем на свое место. Я вам покажу, что у нас попалось. Мы можем Алло. О, ну давайте смотреть, показывайте. Так, какая-то игрушка новая, да? Ой. Я говорю, я понял, откуда у нас корм. Смотрите. Вот. Это, наверное, будет маршал? Нет. Не маршал. А написано маршал. А нет. Тут не маршал, тут крепыш. Крепыш нам попался. Причем на скейте. Это... Покажи его поближе. Вот. Вот это да. Пока... Видно там? Мне кажется, хорошее завершение нашего путешествия. Начинался отдых со Скай. Скай в чемодане уже едет. Покажи Скай. Это летучие щенки. Скай забыто. Это летучие щенки серия. А, из серии летучие щенки. Смотрите, как прикольно. Класс! Не знаю, что происходит. Видели мальчика с красным сачком. И еще зеленый. Все так сачки. Что происходит? Короче, дефицит сачков. Нет, только здесь продают. Сюда. Аккуратно. Вот сюда, направо, направо. Проехали. 3 метра. 3 метра. Ну, правило есть правило. И наш огромный самолет. Смотрите, какой. Самолет, самолет. Это наш тогдашний. Крым. Пока не видела. Дорогие друзья, мы идем на взлет. Да. Снимать нельзя. Там сказали. Наконец-то пролетели.